приходи на кастинг-шоу «Холостяк в Клину». Подробности по телефону 588-70. Участвовать в городских аукционах, чем сейчас заняты клинские фермерские хозяйства и как город отметил День России. Не переключайтесь. И снова новости. Аукцион объявляется открытым. К участию приглашаются все клинские предприниматели. Тема электронных торгов стала ключевой на регулярной встрече власти и бизнеса. Муниципалитет ежегодно отыгрывает контракты по работам, товарам и услугам на миллиарды рублей. Тему продолжит Олеся Тробенкова. Дмитрий Ионов – опытный игрок. Уже 10 лет его компания занимается ремонтом и благоустройством дорог и дворов. Муниципальные контракты, отыгранные на электронных площадках, обеспечивают предприятие работой на весь год. Каждый смотрит по тому, как, насколько прибыль для компании, выгодно будет, невыгодно ему дальше делать. Материалы просчитываются, зарплаты, техника. Вот. Из-за этого складывается общая картина, как, насколько ты можешь сделать понижение. Понижение – это главный принцип электронных торгов. Проще говоря, кто предложил наименьшую цену, тот и выиграл. Система разрабатывалась для увеличения конкурентной среды, да, для минимизации расходов заказчика. Да, то есть можно купить одно там, по одной цене, а можно провести конкурс и выиграть в цене. Поэтому нужно предоставлять услуги по адекватным ценам, незавышенным, и тогда гарантирован успех в торгах. Участники электронного аукциона проходят проверку. Конечно, недобросовестные проскальзывают, но по большей части на торги идут уверенные в завтрашнем дне предприниматели. Обеспечение заявок надо внести. То есть это определенные денежные средства, которые ты заморозишь там на 2-3 недели. Вот так вот. Да? Поэтому многие предприниматели считают, что для них это невыгодно участвовать в этих конкурсах. Хотя мое личное мнение, что без этого в дальнейшем работы не будет. У муниципалитета работа есть всегда. Ежегодно Клинский район нуждается в закупках на миллиарды рублей. По 223-му федеральному закону все они проходят через торги. На электронных площадках размещены контракты от поставки канцтоваров до зимнего содержания дорог. У нас не только услуги и работа, у нас и товар мы приобретаем. Это и мебель, и оборудование, и садовая техника, и материалы, и песок, и щебень. То есть все достаточно многообразие закупок. Все эти закупки находятся в открытом доступе. Вы уже знаете, это в единой информационной системе на сайте закупки.gov.ru. Доля участия клинских предпринимателей в клинских аукционах всего лишь 18%. И это далеко не все, уверен муниципалитет, кто может и готов играть на электронных площадках. Мы очень хотим, чтобы во втором полугодии текущего года клинские предприниматели особо активно участвовали в проводимых нами электронных аукционах. В районе создан свой центр проведения торгов. Любые вопросы начинающие игроки электронного рынка могут задавать туда. А общая база данных по всем закупкам, в том числе и Клинского района, есть на сайте закупки.gov.ru. Олеся Тробенко, Максим Максимов, Юлия Левицкая. Новости дня.